один из многих. Немецкая судьба из года 1930-го. По книге Ганса Эверса «Форт Вестинг». Берлинские штурмовики отрядов 4-го, 5-го имени Хоспиталя, а также 6-го и сотрудники берлинской полиции. Видишь, как у нас ведут дела? У вас в Рейхе положение серьезно, но не безнадежно, а у нас безнадежно, но видишь, не так серьезно. Вена — великолепный город. А о чем вы думаете? О Берлине? Скоро я должен вернуться домой. Я вас никогда, конечно же, не забуду. Приглашаю вас всех ко мне в Берлин. Не знаю, как другие, а мы тут с дочерью точно приедем. Вы покажете мод Берлин, и мне тоже, ведь я уже 20 лет не был в Берлине. Я лишь недавно вернулся из Америки. Прекрасен ли Берлин так же, как и Вена? Возможно. Так же свободен? У нас в Берлине... Как дела в России? Такие же очереди? Приют для бездомных. Все ужасно. Поеду в Россию. Говорят, там у каждого рабочего есть отдельная квартира.
все замечательно. И здесь живут люди. Как животные. Ужасно. Ужасно? Да ведь нужда наш лучший союзник. Все это укрепляет коммуну. Надпись «Дом Карла Липкнехта». Уже тысячи поют интернационалу на всех улицах. Повсюду царит пролетариат. Нам больше не нужен Бог, мы сами добьемся своих целей. Благодарю вас. Подвожу итог. Тюрингия, Брауншвейг, Саксония, Гессен, вся Средняя Германия красная. Русская область красная. Красные, Бремен, Киль, Гамбург, Любек. Все большие города на севере Германии, а также Франкфурт и Мангейм. Лучшие пункты поддержки нашего движения. Три четверти Германии в наших руках, а наши немецкие дурачки так ничего еще и не поняли. Еще в Мюнхене есть какой-то Гитлер. А, Гитлер, национал-социалисты. Дети и сумасшедшие. Речь идет лишь о Берлине. Что касается Берлина, то центр, север и запад в наших руках. Товарищи, осталась впереди решающая битва. Каждый день должен просить что-то новое. Восстание голодающих, погромы магазинов. Беспорядки на улицах, полиция не будет вмешиваться. И не забывайте, товарищи. Советы в России, советы в Германии. И весь мир принадлежит нам. Польша сама присоединится. И в Европе больше не останется ни одного государства, способного противостоять красной волне. Да, но партийная касса пуста. Деньги не играют никакой роли. Москва нам поможет. Ну, мой мальчик, как тебе понравилось в Вене? В Вене? Да. А что здесь нового? Ничего особенного. К тебе приходили твои товарищи из университета. И спрашивали о тебе. Они состоят в ФА. Скажи, ты тоже хочешь вступить в ФА? Конечно. Ради такой идеи можно жить. Ну ведь ты же студент. Подумай-ка о твоей учебе. Итак, немцы живут также и вне границ Рейха во всей Европе. Это налагает на нас обязательство. Мы должны быть посланцами мира. Тогда наше влияние будет еще более сильным. И подумайте только о значении мира для этой цели. Мы должны более чувствовать себя европейцами, нежели немцами, гражданами мира. И тогда мы будем включены в число культурнейших наций Европы. Никогда больше войны. Оружие опустить. Оружие поднять. Начали. Стоп. Предлагаю сделать перерыв.
Здравствуйте за первый тролли. Thank you.
Вызываем вас на поединок. Слышали, что написано на плакате? Они приглашают нас на свое собрание. А кто пойдет и будет выступать? Конечно, Весма. Мне уже надоело зашивать ваши рубашки, порванные в драках. Но это же твой боевой пост. Слушаюсь, господин генерал. Тот, кто работает в ВСА, должен уметь преодолевать трудности. Кто там? Весмар. Весмар. Ну, Клара? Да, Ганс, как дела? Такое впечатление, что в вас попала бомба. Судя по вашим рубашкам. Мы должны выступить в коммуне. Сможешь? Будь спокоен. В этот раз речь пойдет о Берлине. Нет, не о Берлине, а о гораздо больше. Я пойду вместе с тобой. Но сегодня я не могу быть с тобой. Я должен показать Берлин своему дяде из Америки. Этот Берлин действительно интернационален. Да, здесь есть все. Нет только немцев. Это действительно Берлин, действительно столица немецкого государства. Не верю глазам своим. Это та самая улица. Шофер, остановитесь. Здесь есть неплохой кабачок. Я пил там превосходное мюнхенское пиво 20 лет назад. Тогда, правда, кабачок выглядел иначе. Да, в Германии многое изменилось. Я уже чувствую. Он разговаривает по-немецки. Надпись «Евреи путешествуют по миру». Then better than fine, and when I bid for well-to-do, next door you'll find a girl who's just as well to you. When I may ask to see his villa plus even house, so shop I get in fact and know your chance in how. Принесите мне пиво. Какого? Мюнхенского. У нас есть только английское пиво. Ну тогда бутылку Мозельского. Скажи-ка мне, Ганс, тебе здесь не нравится? Кабачок-то стал действительно интернациональным. Интернациональным – очень верное замечание. Здесь вы можете получить все. Икру из России, лангусту из Италии. Все, что вам нужно, сделано в Англии. А то, что носят наши девушки, все сделано в Париже, но только не в Германии. Да, национальность – это глупости. Был бы человек хороший. Здесь так много богатых людей, а я слышал, что в Германии дела идут плохо. В Германии? У вас верные сведения. Знаете ли вы, что каждый год в Германии миллионы безработных и тысячи самоубийств по причине голода и нужды? Сыграйте-ка нам «Дозор на Рейне». Прекратить.
эту песню, я вам здесь поганить не дам. Я не могу здесь больше оставаться, Мот. Действительно не могу. Только одно запомните. То, что там, это не Германия. Германия, поверьте мне, Мот, Германия совсем другая. Погибнуть. И ради чего же? Ради того, чтобы кучка инородских негодеев обжиралась там, в Берлине, нажившись на наших несчастьях. Все так, Ганс, только я думаю, что уже слишком поздно, чтобы что-нибудь изменить. Но, и тем не менее, мы сделаем это. Мы сделаем это, потому что должны сделать. Доброй ночи. Итак, завтра вечером в 8 часов на собрании коммунистов. И вот что я вам скажу, товарищи. Уже никто не может противостоять нашей силе. И социал-демократы с их комическим сопротивлением. Тихо. И все эти капиталисты, сколько бы они ни пытались заигрывать с нами, но все равно их уничтожим. Скоро вся Германия будет нашей. Нас хватит. Ведь речь идет о правах и хлебе для нас. Все это давно прогнило, а наше классовое сознание, напротив, выросло. Мне смешно даже говорить о тех, кто пытается оказать нам сопротивление. Индустриальные рабочие за нас. Фашисты? Долой фашистов. Да, эти дурачки рассчитывают, что они могут нам что-то противопоставить. Но ничего, мы покажем им, каково становиться у нас на пути, ведь улица за нас. Но я все-таки жду, что они, эти нацистские трусишки, что-нибудь скажут в свое оправдание. А вообще-то, товарищи, бейте фашистов там, где вы их только встретите. И вступайте в коммунистическую партию Германии. Да здравствует отечество всех рабочих, да здравствует советская Россия. Товарищи, мы обещали нацистам, что позволим выступить одному из них на этом собрании. Итак, выслушаем же их. Прошу не перебивать, но смеяться разрешаю. Итак, кто же из коричневых господ решится? А, этот Вестман? Опять он? Что же он скажет? Немцы. Thank you.
Спокойно, можете продолжать. По-моему, вы слишком молоды, чтобы учить нас. Да, я молод, но именно нам, молодежи, предстоит возвратить величие Германии, а также вывести на чистую воду вас, коммунистических вожаков, которые дурачат немецких рабочих. Товарищи, на эту подлую провокацию ответим нашим троекратным... И выгоним их отсюда. Тихо. Не давайте ему говорить. Германия, пробудись. Это коммунячья банда, да ведь у них револьверы. От коммунистической партии. Благодарю вас. Да, ну на сегодня, я думаю, хватит. Они надолго запомнят этот урок. До завтра. Я еще подожду здесь минут пять, пока ты дойдешь до дома. Если что, свести. Думаю, что ничего не случится. Внимание, нацист. Покажем тебе, нацист. Держи его. Бей фашиста. А что, если он все-таки придет в себя и уползет отсюда? А давайте сбросим его в воду. Георг Байер.
Есть какие-нибудь известия о сегодняшнем вечере? Раненый с обеих сторон и один убитый у фашистов. Наши люди проломили ему голову и бросили в воду, чтобы он немножко освежился. Абсолютно бессмысленная жестокость. Спокойно. Вы должны закалить свои нервы, товарищ Росс, и стать жестче. Но ведь мы осуждаем фанатизм у других. Ваше мнение меня не интересует. Предоставьте Москве решать, какими методами мы должны бороться. Я говорю вам, товарищ Росс, этот утопленник послужит хорошим примером нацистов. Он заставит этих коричневых мышек забиться в ятлёрке, товарищи. Наш сегодняшний марш – знак протеста против убийства нашего товарища. Мы знаем, где находятся виновные. Наш марш пройдет по Грюну Плац мимо дома Карла Липкнехта. Знамена поднять, шагом марш. Рабочие и работницы, слушайте, нацистские собаки двигаются к штабу нашей партии. Что? Идут к нашему штабу? Остановим врагов. Не дадим им пройти к нашему штабу. Фашисты идут, фашисты, товарищи, фашисты идут. Нацисты проклятые. Германия, пробудись. Товарищи, вступайте в КПД. Да, здравствуйте, Интернационал. Нацисты,
и фашиста всюду, где бы его не встретил. Налево. Штурмовик Ветнер. За вашу верную службу вы назначаетесь командиром 5-го штурмового отряда в восточном районе Берлина. Спасибо. Нашему вождю Адольфу Гитлеру. Ну, какие новости из Берлина? В Берлине все в порядке, но... А, твой молодой приятель. Ты хотел его снова увидеть. Можешь позвонить ему. Да я уже звонила. Но его никогда не бывает дома. А где же он? Да занят где-то. Без денег можете возвращаться. Оставьте ее, понятно? Пойдете в народ? Никогда. Поживем, увидим. Ну, мой мальчик, все хорошо? Да. Послушай, мама, я не поеду. Что? Видишь ли, я должен пойти в народ, чтобы способствовать распространению наших идей среди рабочих, работать как они, быть с ними, быть одним из них. Ну, ты же студент.
Вот. Прочти здесь. Кто хочет принести пользу своему народу, тот должен ему служить. Понимаешь, мама? Служить. Как это делает наш вождь. Вот. Твоя новая форма с новыми знаками различия. Прекрасная рубаха. Ты знаешь, что этот район самый опасный во всем Берлине? Сегодня я начну. Ну и вас я не забуду. Приходите ко мне туда. Скажи ребятам, с этих пор все будет по-другому. Сколько человек в отряде? 12. Это не годится. Через несколько недель должно быть 100. 100 человек? За 3 недели? Фридриххайм? Так больше продолжаться не может. С этим Гансом Вестмаром. Тут есть одна, которую он знает. Она дочь одного нашего проверенного товарища. Позовите-ка ее. Проверенного товарища? Да вы знаете, что он пьяница. И последний негодяй. Оставьте, товарищ Росс. Мы играем теми картами, которые нам сданы. Вы знаете этого Ганса Вестмара? Да я его видел всего один раз. Хорошо. С этих пор вы будете видеться чаще. Ты ведь наш товарищ? Конечно. Ну что я должна делать? Встретить его. Поговорить с ним. А потом рассказать. Все, что знаешь, понимаешь? Мы хотим знать о нем все. Как он живет, что замышляет. Что они там замышляют в своем СА? А где я его встречу? Его-то легко можно встретить. Он ведь работает таксистом. Ну ладно, договорились. Пошли. Шофер. Господин студент превратился теперь в шофера. Наш отряд сильно изменился. Она скоро будет говорить весь Берлин. Короче, Билл. Хай, Литлер. Хай, Литлер. Хай. Я же вас уже предупреждал. Вы должны подыскать какое-нибудь другое место для своего отряда. Берлин был и останется красным. Уже недолго. Тот, кто нам мешает, должен уйти с дороги. Так или иначе. Должен? Должен. Что они от тебя хотели? Да ничего особенного. Ich muss weg.
Zu meiner Taxi. Herr Littler. Schade um ihn. Жаль парнишку, правда? Жаль. Когда речь идет о коммуне, человеческая жизнь не имеет никакого значения. Hotel Adler. Почему вы так долго не звоните нам? Идите же. Sie arbeiten? Вы работаете? Как видите, таксист. Вы выпьетесь? Да вы совсем промокли, мод. Ответьте же. Плохи дела с учебой? Да нет. Мой отец поможет вам. Приезжайте к нам в Америку. Там, в Америке. В Америке? Мое место здесь. Видели ли, Мот? Мы – маленькая надежда своего народа. Чтобы она осуществилась, мы должны очень постараться. И ради этого стали шофером? Да. Мы должны идти в народ и быть такими же, как он. И тогда у нас получится. Получится. А когда? Через несколько лет. А потом? А до тех пор? Вы напишите мне? Конечно, Мот, охотно. Вас интересует судьба нашего народа? Нет. Только ваша судьба. Коммуна выставляет 50 человек, поэтому мы должны работать за 50. А для этого мы должны усиленно тренироваться. Это придаст нам силы. Фюреру нужны сильные солдаты. Штурмовики, вперед! Thank you.
Включи-ка наш пулемет. Приказываю вам остановиться. Что случилось? Поступили сведения, что у вас есть оружие. Мы должны произвести обыск. Приказываю вам выгрузиться. Прикажите вашим людям построиться в колонны подвое. Кто же ты нас обманул? Первую неделю. Ну ничего, еще привыкнешь. Перерыв на обед. Прочти там. Коричневые опять стреляли в рабочих. А что ты мне это говоришь? Вон тут у нас есть один штурмфюрер. Поговори-ка с ним. Ты нацист? А ты знаешь, что ваши стреляли в коммунистов? Вот, прочитай, здесь. Все это вранье. Вранье? Красное знамя не врет. Прочти. Нападение фашистов. Фашисты расстреляли безоружных рабочих. Много убитых и раненых. Среди них двое детей. Что вы к нему пристали? Я был там, видел. Вы знаете, с чего стреляли нацисты? Из выхлопной трубы. Да они нам не поверят, они ведь состоят в Редфронте. Ничего, скоро сами убедятся, если перестанут считать Редфронт. Я его еще не видела. Это должно означать, что ты не хочешь? Не хочешь? Ты сделаешь или нет? Я постараюсь. Если это правда, то, что ты говоришь, тогда здорово же они нас дурят. Эти коммунисты. Приходите к нам на собрание. Договорились в 8 часов. Пойдем посмотрим. Он живет здесь.
Этот проклятый Вестман, скоро он придет, поговори с ним. И сообщи нам, что узнаешь. Господин Вестнер, я Агнес. Помните тогда? Ну как дела? Господин Вестнер, я должна сказать вам что-то важное. Говорите же, но не здесь. Хорошо. Вы должны быть осторожны. За вами следят, следят за каждым вашим шагом. Откуда ты это знаешь? Ах так. Ты тоже с ними? Господин Вестнер. Господин Вестнер. А скажи-ка, зачем ты мне все это рассказываешь? Потому что вы были единственным человеком, который обошелся со мной по-человечески. Пошли. А, господин Вестман. Что вы хотели? Я хотела только взять бутылку молока. Только бутылку молока. Фашист проклятый. Уезжайте отсюда. А что будет с тобой, если они узнают, что ты предупредила меня? Я? Мне, наверное, придется утопиться. Ты с ума сошла? Почему? К ним я уже больше не вернусь. Но и к вам я не хочу идти. В этот раз все должно получиться. Берлин должен стать нашим. Не спите, Рос, проснитесь. Не отвечайте мне, что вы не спали трое суток. Отоспитесь после выборов. Эти последние 3 дня, всего лишь 3 дня осталось до выборов, товарищи. В Берлине не должно не остаться ни одной улицы, где не было бы наших плакатов и листовок. Ни одной улицы, где не слышали бы о нас. Товарищи, я знаю, что это нелегко. Но мы должны постараться, победа близка. Нашему вождю Адольфу Гитлеру и нашему доктору Геббельсу. Кругом. Забейте этого проклятого фашиста до смерти. Почему ты вступаешься за этого нациста? Здесь никто не пройдет, пока я стою. Внимание, полиция!
Надпись. Если вы хотите видеть Берлин снова немецким, голосуйте за список 16. Долой рабство, Гитлер победитель. Надпись. Кто против всевластия евреев, голосуйте за список 16. Гитлер. Количество голосов, подданных за национал-социалистов, выросло по сравнению с прошлыми выборами более чем на 100 тысяч. Разве это победа на коммунальных выборах? В следующий раз мы точно победим. Надоело это слышать все время в следующий раз. Совсем у него нервы ни к черту стали. Может, он болен? Болен. Как дела? Может, ты заболел? Кто мне это положил в карман? А что там написано? Смерть всем фашистам. KPD 565.595 1928 611.307 Количество голосов, поданных за коммунистическую партию Германии, уменьшилось по сравнению с прошлыми выборами на 19 тысяч. Из-за этого Ветмара. С ним должно быть покончено. Да. А то они в конце концов победят. Этот Ганс Ветмар приговаривается сегодня к смерти. Отошли, пожалуйста, эти письма. И возвращайся скорее. Мне плохо без тебя. А когда он бывает один, когда он будет один, в любом случае сообщи нам. Агнес. Он остался один, всего на несколько минут. Нужно предупредить товарища. Они хотят его убить. Кто?
Это банда. Ну-ну. Если нам не удастся сейчас, не удастся никогда. Идемте же сейчас. Ну, мы не вполне готовы. Пролетарии всех стран, протрезвитесь. И поэтому ты должен поехать к матери. Ты должен поехать домой. Это все, что нужно сделать. А, пожалуй, лучше поехать в больницу. А ты, я? Я буду ждать, когда ты поправишься. Не беспокойся о нас. Говорили ему, он должен уехать. Итак, Ганс, ты должен поехать в Оберланд, сдать свои экзамены, и мы докладывали об этом доктору Геббельсу, он согласен с этим. Ты должен уехать и оставить свой отряд? Да, свой лучший в Берлине отряд. Для того, чтобы поправиться и снова руководить им. Возможно, вы и правы. И ты не ходишь к нему? Я не решаюсь. Добрый вечер. Как у него дела? Не так плохо. Я могу с ним попрощаться. Грайсвальд. Грайсвальд. 83 марки, да, это лучший поезд. Я должен еще сходить в комнату, которую снимаю, собрать там вещи. Но это могли бы сделать твои товарищи. Да и дело в том, что я должен там еще кое с кем попрощаться. Ну, я жду тебя. Смерть нацисту. У вас-то я и не ждала. Надеюсь, что больше мы никогда не увидимся. Через час я ухожу, а завтра уезжаю. На час. Оружие достаточно. На сей раз мы должны успеть. Ты пойдешь с нами. Мой отряд. Слышь, как они поют? Они верят в меня, а я должен уехать. Бросить их? Нет.
Идите же. И поэтому я останусь. Скоро нас будут тысячи и тысячи. И каждый из них будет сражаться за свободу. И тогда поднимется вся Германия. Скоро настанет день. Да, входите, товарищи. Ганс. Я? Что? Боже мой! Он жив? Надеюсь, мне удастся его заштопать. Так выпьем же, друзья. Теперь у них ничего не выйдет. Господин профессор, да, мы сделаем все, что в человеческих силах. Если он переживет эту ночь, тогда я могу его увидеть. Вы позаботились о документах? В партийных книгах уничтожены все следы их членства в партии. С этого дня все, кто в этом участвовал, больше не являются членами коммунистической партии. Я бы не хотел иметь с этим ничего общего. Это звучит слишком по-немецки. Вы знаете, я много лет в партии и боролся отнюдь не за такие методы. А в Москве считают, что хороши любые способы борьбы, лишь бы они были удачными. Что? Оперирован? Где он лежит? Он еще жив, этот штурмовик. А если он выздоровеет? Этого не произойдет. Тот, кого приговорила коммуна, должен умереть. Поняли? Ich werde
Я сейчас все сделаю. Поняли? Товарищ Росс. Выпьем-ка еще. Ну, вы заслужили отдых. Поездку по Рейну. Я дам вам денег, а вы поедете в Прагу. Тамошние товарищи помогут вам, а вы... Вы тоже заслужили отдых. А вы поедете в... Сегодня ночью планируется покушение на Ганса Вестмара. Как? На смертельно раненого? Невозможно. Для них нет ничего невозможного. Где Ганс Вестмар? Ну-ка, вон отсюда. Что? Что там? Ничего. Спи, мой мальчик, спи. Мама? Да? Мне снится битва. Только не теряйте надежды. Доктор Геббельс, не забывает обо мне. Вы знаете, что он сказал? То, что с вами происходит, похоже на то, что было с нашим движением, когда оно 2 года находилось в кризисе. И вот только теперь мы начали побеждать. Мы стали сильными и здоровыми. Теперь. Время пришло. Доктор, он поправится? Мы можем его увидеть в последний раз. Мы просто пройдем мимо двери. Очень тихо. Да. Мой мальчик.
Знамя запрещено. Снимите его с гроба. Знамя останется. Вы не поняли, что я вам сказал? Господин полицейский комиссар, командуйте на улице. А в своей квартире распоряжаться буду я сама. Штандартенфюрер, видите, со мной. Хочу обратить ваше внимание, что полиция воспрепятствует проходу похоронной процессии, если флаг останется, потому что это может вызвать беспорядки. Вы поняли? Мы сделаем все, чтобы не дать повода полиции воспрепятствовать процессии. Поняли? Товарищи, давайте укроем флаг цветами. Знамена опустить. Знамена поднять. Знаменосцы вперед.
Низко склоняются над тобой наши знамена, товарищ. Но раздастся команда знамена поднять. И под этими знаменами мы придем к нашей победе. Придем к ней вместе с тобой, товарищ. Потому что твой дух будет маршировать с нами в наших рядах. Ты будешь с нами в тот великий миг, когда наш народ вновь обретет свою землю, свободу и честь.